Так, ну и следующей игрой в нашем списке станет GTA 5. Вот это поистине бестселлер игровой, который ждали очень долго, очень много людей и очень длинное время. Ну, как видим, сразу же на старте процессор грузится достаточно сильно. Вот, он у нас подгружается на работе до 100%. Вот, по настройкам графики. Как обычно, Full HD разрешение. Как видим, видеопамяти съедается порядка 1,5 гигабайта на настройках, которые мы сейчас вот показываем. Вот, в среднем это средние настройки. Right, где-то Lester, отключены тени, где-то добавлено сглаживание. Ну, в общем и целом, очень даже приятный взор картинка. Средний FPS будет на такой конфигурации порядка 30 кадров в секунду. Все-таки игрушка достаточно требовательная, поскольку полигонов здесь очень много. Добавили на каждый дюйм картинки. Вот, немножко покатаемся по городу. Как обычно, попытаемся пробраться к аэропорту и угнать наш любимый Боинг. Ну и сейчас немножко экшена и добавимся... немножко катаний. Ну, как видим, картинка просто потрясная, даже на таких настройках. Солнышко играет, трава прорисовывается, машинка урчит. Все как и должно быть. Так, оперативной памяти у нас съедается порядка 5 гигабайт, то есть планки в 4 гигабайта будет все-таки маловато. Это очень хорошо, что в системном блоке установлено 8 гигабайт памяти. Сам графический процессор грузится всего лишь на 66%, но это связано с тем, что в данной игре стоят очень много ограничений по самой видеокарте. Если мы устанавливаем видеочип, например, там 750, он все равно не будет грузиться на все 100%. Он грузится максимум на процентов 75-80, поскольку остается какой-то задел для дополнительной подгрузки. Мало ли там заедем в какой-нибудь город, где будет очень много разных красот, к которым все-таки видеокарта очень пристально относится. Вот, видим, немножко моргнул свет, это как раз таки и был вот этот момент. Так, ну ладно. Где же наш аэропорт? Вот мы выставили пусть, ну и по-быстренькому к нему проедем. Вот возьмем-ка мы BMW X5. Все-таки красивая машинка, почему бы на ней не покататься. Так, FPS, как видим, как был в районе 30-ки, так и остался. Но картинка ровная, все в ней порядке. I guarantee you'll believe in global warming once your shit is on fire. Let me tell you something, the sun, it's a little known fact, it's made of helium. This means when you fly into it, you will talk really funny before you die. Like a little person in one of those movies about candy factories. Real talk, bro. Tectonics. Relativity. These guys don't understand. This is Dr. Mario Ricardo. Judge by rules.
Так, следующий у нас Ford Mustang GT. Давайте на нем немножко покатаемся. Так, у нас же здесь где-то есть трамплинчик. Давайте на нем подпрыгнем, посмотрим, как покажет себя в slow motion. Опа! Ну, стабильных 60 кадров в аэропорту, там где достаточно мало полигонов графики. Клево, клево, все клево, давайте, поехали дальше. Сейчас мы приземлимся, уронимся, ну да, поехать особо не получится. Так, берем такой же Мустанг и поехали. Вот наш любимый Боинг. Ну что, попробуем? Да, пришлось немножко пострелять. Так, а вот и наш Боинг. Мы за штурвалом. Ну, как обычно, взлететь у нас не получается. На этом хватит. Так. Достаточно. Кратко об игре. Все хорошо. Компьютер справляется. Никаких вопросов с подлагиванием, ничего нету. Смело покупаем, смело играемся.